числе первых среди малых городов региона к ремонту дорог приступил Новокуйбышевск. На эти цели в 2019-м из областного бюджета ему выделено свыше 200 миллионов рублей. Работы ведутся сразу на нескольких участках. По состоянию на сегодняшний день на 5 участках параллельно идут работы. Это проспект Мира, это участок на улице Горького, это участок на улице Кирова. И вот этот длинный участок на Победе. Это вот от Киевска и до Карбышева. То есть на первых трех участках там работы выполнены вплоть до верхнего слоя. То есть старый асфальт убран, положен нижний слой асфальтобетона, установлен бортовой камень. По сути, в ближайшие дни там начнется укладка верхнего слоя бетона. На более оживленных и популярных у автолюбителей улицах верхний слой сформирует из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По такой технологии уже ранее были отремонтированы дороги в Новокуйбышевске, и они выдержали проверку временем. Мы продолжим традицию 2017 года. На Победе будет уложена щема на верхний слой. Более прочный, более надежный, более устойчивый материал. Мы будем применять по участкам. Я думаю, что Мира, Кирова и, наверное, Горького, я думаю, что это конец мая, начало июня будет прием осуществляться. По многочисленным просьбам жителей в график капитального обновления планируют включить участок региональной трассы Новокуйбышевск-поселок Речников, но уже по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, он стартовал в этом году и рассчитан на ближайшие 5 лет. Анна Архипова, новости губернии.